Ну а сразу после праздничной молитвы в Рио главы Дагестана Владимир Васильев лично поздравил муфтия Дагестана с праздником Курбан-Байрам, а также всех мусульман Дагестана в лице досточтимого шейха. В ходе встречи, которая состоялась в муфтиате республики, Владимир Васильев отметил роль духовенства в сохранении мира в России, работу, проводимую муфтиатом в системе образования и в области здравоохранения, в духовно-нравственной жизни населения. Муфтий Дагестана поблагодарил за слова поздравления и визит Владимира Васильева от имени мусульман республики и сотрудников муфтиата. Сегодня вы здесь, это уже говорить о вашем желании быть вместе с народом, решать вопрос народа. Эта встреча не со мной, это, я считаю, встреча с народом, с мусульманами. Поэтому они, где-то ваш визит, будут ценить.